В Петропавловске-Камчатском стартовала детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин». Ребята будут соревноваться в трех возрастных категориях. Первыми на старт вышли каюры возрастом до 11 лет. Самой молодой участнице всего 7. Дети пробежали 2 километра на двух собаках. Вторыми группа от 12 до 14 лет. Подростки проедут по 3-километровой трассе. В старшей категории соревнуются самые сильные спортсмены России – мастера спорта и перворазрядники. В «Дюлине» участвуют спортсмены из Камчатки, Приморского края, Самарской области и Москвы. Результаты огласят 22 февраля. Событие проходит в рамках традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия». Таким водителям невозможно не поставить 5 звезд.